Привет всем! Сегодня будем делать крабовые оладьи. Нам понадобится мука, лук, яйца и крабовые палочки. Это основные микроингредиенты. Нарезать крабовые палочки вот таким вот образом мелким. Я пережарил уже лук. Сейчас добавлю туда. Надо без масла. Я специально вот кучку собрал. Берем 3 яичка. Сюда выливаем. И начинаем перемешивать. Вот так я все дело размешал. У нас вот такая консистенция получилась. И начинаем добавлять майонез сюда. Много не надо сначала. Посмотрим, что дальше произойдет. И посмотрим, надо будет еще добавлять или нет. Посмотрел, маловато, надо еще добавить. И опять размешиваем. Пришло время добавить нам муки. Берем 1 столовую ложку и начинаем мы размешивать все это дело и смотреть. Все делаю я на глаз. Вот размешал. Надо в итоге еще 1/2 ложечки муки добавить. И опять размешиваем. Вот у нас что получилось. В итоге все нормально стало. Теперь нашу консистенцию, вот эту всю, надо убрать на 1/2 часа в холодильник. А потом уже только начнем мы приготовление. Вот такая консистенция у нас получилась. Ребят, я соль себе не добавляю. Я без соли ем. В принципе, здесь хватает соли от крабовых палочек. Вот, кому надо, соль добавьте и перец. На разогретую сковородку мы налили, то есть масло налили, на разогретую сковородку мы уже начинаем накладывать сюда наши оладьи. Пришло время уже переворачивать. Жарится довольно-таки быстро, в районе 7 минут. Только успевать переворачивать надо. Ребят, смотрите, какая красотища получилась. Пока готовил 2 штучки, съел, не удержался. В принципе, это блюдо для любителей морепродуктов. Мясоедам, я не знаю, может не понравится, но мне очень нравится. Ребят, кому понравился рецепт, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. Пока.